Доброго времени суток, дорогие дамы и господа. Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется «Бо», когда в очередной раз, уже почти в последний раз, пришли Моше и Аарон к фараону. И эта глава начинается с того, что еврейский народ еще находится в рабстве, но, наконец-то, в торопях еврейский народ покидает Египет и заканчивается тем, что наш народ уже становится свободным. И по этому поводу я хочу рассказать личную небольшую историю. Я тоже часто ездил, по крайней мере, до начала пандемии, до такой степени, что летал раз 15 в году через океан и обратно. И за все эти разы, что я летал последние лет 7-8 с такой частотой, я только один раз опоздал на самолет. Не по моей вине. Все по моей вине. Если результат был относился ко мне, я просто взял не тот паспорт, когда выходил из дому. Честно, взял паспорт своей дочки вместо своего. И понятно, что на самолет сесть не мог. Но проблема заключалась в том, что я должен был прилететь в стольный город Москву и сразу там участвовать в каком-то семинаре. И был следующий рейс, который отправлялся через 5 часов. Рейс компании Аэрофлот, на который меня отказывались посадить даже с доплатой, потому что там действительно просто не было места. И я просто взмолился к этой женщине, пожилой женщине, которая руководила отделом Аэрофлота в аэропорту JFK. И говорю: вы не понимаете, меня там ждут люди. Если я сяду хотя бы на этот рейс, а не на завтрашний, я успею к началу своей лекции. Она на меня пристально посмотрела и сказала: мальчик, подожди. И я никуда не уходил из аэропорта, просидел прямо напротив отделения Аэрофлота. И за полтора часа до вылета следующего рейса она меня посмотрела, подозвала ко мне, как к себе, и говорит: я нашла для тебя место. Я такой был счастливый, недовольный. Она взяла паузу и сказала: а теперь дай мне благословение. Я немножко опешил, понятно, что эта женщина была не еврейка, понятно, что я выгляжу немножко как раввин, но куда я денусь с подводной лодки, точнее самолета Аэрофлота, я благословил эту женщину всем, чем мог. Я был действительно очень рад, что успел к своей лекции в Москве. Но к чему я вам рассказываю эту историю? Какие, как вы думаете, были последние слова фараона, когда еврейский народ покидает землю египетскую? Землю, которая была разрушена 10 казнями. Фараон, который, его власть была уничтожена еврейским народом, опять же через эти казни. Он обращается к Моше и говорит: да, уходите, берите все, что хотите. Последнее, что он говорит: «Выбирахтем гам ути». Но и меня, пожалуйста, благословите. Зачем фараону благословение Моше и Аарона? Нет, ни в коем случае я не сравниваю эту замечательную женщину из управления Аэрофлота с фараоном. Но, мне кажется, в этом есть важнейший урок для нас сегодня. Потому как Египет, выход из Египта, это действительно прототип нашего избавления в наше время, дай Бог, в ближайшее время. Говорят наши пророки очень много о приходе Машеха. Пророк Ишаяу говорит известную фразу, которую вы наверняка знаете: когда мы достаем Тору из Арон Койдыша во время чтения Торы, мы говорим «Кимицион теце Тора удвар Ашем Иерушалаим». Это цитата из второй главы пророка Ишаяу, так как из Сиона выйдет Тора и слова Всевышнего из Иерусалима. Но читали ли вы предыдущие несколько предложений? В предыдущих нескольких предложениях говорится, что другие народы скажут: давайте поднимемся в дом Якова на храмовую гору и услышим слово Всевышнего у еврейского народа, потому что именно оттуда, из Сиона, выйдет Тора и слова Всевышнего из Иерусалима. Эти слова говорят другие народы, не еврейский народ, который находится или, по идее, должен находиться в этом Иерусалиме. Эти слова сказаны о приходе Машеха, когда то, что Машех пришел, будет очевидно для всех народов вокруг. И эти описания о том, как другие народы будут абсолютно очевидно видеть, что Машех здесь, что еврейский народ — это народ, который должен подняться на храмовую гору и обучить, передать слова Всевышнего, говорится неоднократно в наших пророках. Другая предпандемическая история, которая для меня это показала абсолютно очевидно несколько лет назад своим одним из моих ближайших друзей, Равдовым Байтманом, с которым мы много ездили по разным семинарам, были на семинаре в Санкт-Петербурге. И нас пригласили в хоральную синагогу дать лекции. Это было воскресенье. Собралось, нам сказали, достаточно много людей на нашей лекции. Человек 50-60 собралось.
Но это было в маленьком зале синагоги. В соседнем зале, в центральном зале огромной, красивейшей Санкт-Петербургской синагоги сидело около 300 человек, абсолютно никакого отношения ни к синагоге, ни к иудаизму, не имеющих, которые пришли и приходят каждое воскресенье на платные курсы иудаизма для других народов. Вот вам пророк Ишаяу. Еще нашему праотцу Аврааму было сказано, что те, которые будут благословлять твоих потомков, тоже будут благословлены. Для женщины из Рафлота было абсолютно очевидно, что Машех уже пришел. Точно так же, как и для фараона. Осталось дело только за нами, за евреями. Мы почему-то этому до сих пор сопротивляемся. Успехов! До встречи! Пока!